вот это пространство сейчас представляет собой, ну, такой незастроенный пустой массив. За ним начинаются земли Министерства обороны. В перспективном плане Министерства обороны есть, так скажем, перспектива освобождать их. Безусловно, по согласованию мы рассчитываем, что в дальнейшем эту землю тоже удастся вовлекать. Наша задача — показать новое качество жилья в Петропавловске-Камчатском. Это самая привлекательная часть города. Мы рассчитываем здесь построить в районе 120 тысяч квадратных метров жилья. Проект уже находится в практической стадии реализации. Земля закреплена за краем. Дом РФ проектирует, так скажем, организацию пространства, и есть понимание по потенциальным застройщикам, ну, в том числе Крокус интерес проявляет, который здесь развернут и забазирован, и ряд других. Есть уверенность, что мы достаточно оперативно сможем реализовать. Единственное, что еще хочу сказать перед тем, как архитектор передает слово, что для нас важен ценовой диапазон, с одной стороны, качество жилья, с другой стороны, ценовой диапазон. Здесь мы видим, что мы выйдем на стоимость 100-110 тысяч рублей за квадратный метр. Сейчас стоимость жилья в Петропавловске, в жилье, ну, такого класса в принципе жилья нет в Петропавловске, но приближающийся к этому от 160 и выше.